Друзья, всем большой привет! Сегодня интересную тему нашел в базе макетов, в новой, по крайней мере, базе макетов. Вот такой каталог есть, прикольный, блин, ну, ребята реально заморочились, судя по всему, это немцы. Вот, ну, я, к сожалению, до такого еще не дошел, чтобы именно вот так вот их все формировать. Ну, макетики довольно-таки интересные, мне нравятся. Единственное, здесь, возможно, вот такой вариант, он был, по-моему, на заглавной странице, я его сейчас сделаю, скорее всего. Делать буду на камушках. Камушки, морская галька. Сейчас вам покажу. Тоже тема прикольная. Ну, что-нибудь типа вот в этом роде. Единственное, я вот только лишь шлифану, полирну, потому что он такой вот, ну, шершавенький немножко. Хочу довести до нормального состояния. Вот. А по макетам, блин, ну, классно на самом деле. Я вот делал три варианта. Это делал деревья, то есть дерево жизни. Есть в моей базе макетов. Кто-то покупал, те, в принципе, наверное, видели. Вот. Ну, тоже тут дофига чего интересного есть. То, что можно гравировать в глубину. Да, эти, в принципе, макетики шикарные. Вся фишка в том, что они все подписаны. То есть у каждого здесь макета есть подпись. Вот. Найти его в базе, в принципе, там не составляет труда. То есть... Не, ну, тут очень прям круто. Давайте что-нибудь сделаем все-таки. Аж глаза разбегаться, не дальше даже листать не буду. Так, мне понравился макет с солнышком. И вот этот вариант тоже довольно интересный. Так, 0032B. И солнышко ищем. Тоже, кстати, классный. Так, 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 так. Ну, вот этот вариант. 18B. Переходим в папочку. Нам нужен DXF. Так, 18B и 32. 32B. V, B, вот. Есть. Так, нам надо закинуть, что делается, вот на Google диск и перейти на рабочий комп. Так, ну что, файлики перекинул, камушки подготовил. В принципе, все супер, все круто. Нажимаем Ctrl-B, ищем файл. Давайте начнем с 18 B, потом перейдем на уже на 17. Вот такой вот размером файлик. Сделаем его на камушке. Ну, давайте на красивом камушке сделаем. Сделаем его красиво. Камушки шлифованные, 25 мм. Так, 25 мм. Мне просто интересно, сколько были правильно или грамотно подготовлены файлы, потому что файлики не мои. База новая. Вот. Так, 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 делаем заливку. Так, один отмена, черным. Будем делать одним цветом маркера, черным. Плотность заливки у нас будет идти 0,3. Кросс-хатч, маркировка контура в конце, автовращение 15 градусов. И, в принципе, окей. Ну, пока все хорошо. Пока все хорошо, довольно-таки интересно получается. Единственный нюанс может быть с тонкими с этими линиями. Но здесь, опять же, есть момент все-таки сделать отступ от края. Это сделаем офсетку. То есть ставим 0,04. Принять. Убираем контур. И ставим пройтись по краю. Вот. Ну, более-менее уже поинтереснее получается вариация. И второй макет сразу загружаем. Ctrl-B. Угу. 32B. Открыть. Отлично. То же самое. Меняем размер на 25 мм. Ну, сделаем даже, пускай 30 мм будет. Принять. Переводим сюда левее. Черный цвет. Заливка без офсета сначала делаем по нулям. Смотрим, что получается визуально. Ну, также тонкие линии. Вот эти вот закрючки. Но в целом макет интересный. То есть я офсет здесь ставить не буду. Начнем с первого, с этого макета. Делаем 30 проходов. Кстати, и сразу сделаем дерево жизни. Давайте Ctrl-B, по-моему, где-то оно было здесь. Где? Ну, дерево жизни. СВГшку откроем. И компьютер завис. Потому что файл огромного размера. Вот. Здесь действительно... Сейчас посмотрим. Диспетчер. ESCAT, ESCAT, ESCAT. AnyDesk. Google, ESCAT.
В принципе, да, один поток загружен процессора. Ждем, пока он сейчас немножко отпустит его. И ждем, пока здесь появится у нас макет в строке, состоит то списке объектов. Если, конечно, он не сдохнет окончательно, потому что, по-моему, там макет был большого размера, высокодетальный и очень-очень много завитушек всяких разных. Если, конечно, не ошибаюсь, если это тот макет. Так, ну, загрузился у нас макетик, чтобы для понимания, какие у него габариты и детальность, но на самом деле сжирает больше всего вот этот вот макет правый. Так, моя задача, что сделать? Их выделить, нажать Ctrl-U и не повесить компьютер окончательно. Так, то же самое, долетим. Теперь выделяем все полностью, кроме двух наших залитых векторов. Задаем размер 28 миллиметров. Центруем и делаем также заливку. Заливку делаем такими же параметрами. Так, есть. И сразу его оттаскиваем чуть в стороночку, его сделаем в самом конце. Оно получается, ну, реально офигенного качества, очень круто. Смотрите, каждый проход будем делать по... То есть каждый макет будем делать по 30 проходов. Нажимаем 30, нажимаем принять. Параметры черного маркера. Скорость 1800, мощность 40%. Этого будет достаточно на 50-ваттном станке при частоте 40 кГц. Старте CNDC здесь я не учитываю, потому что, в принципе, у нас заливка сделана двойной змейкой непрерывистой, и плюс мы используем галочку Crosshatch. Ну, в принципе, переходим к процессу гравировки. Выставляем, опять же, калькуляционный фокус, фокус, блядь. Запускаем заблаговременный источник, запускаем вытяжку, одеваем очки, либо закрываем экранами, и начинаем процессом гравировки. Сначала рассмотрим процесс, ну, в принципе, всей гравировки. Все очень просто, углы менялись, все хорошо было. Видно, что у нас здесь 450 градусов угол заменен. Вот. Дальше, ну, это опять же при 30 проходах. Время гравировки стало 11 минут одного камушка. В среднем, скажем, показатель минимальный был здесь порядка 8 минут. И здесь был порядка, по-моему, 12 или 13 минут. Вот. Ну, то есть, опять же, на макеты выбирать такие, которые оптимальные по размеру и по времени гравировки. Что же касаемо самих камушек. С ними все очень просто. Опять же, при массовой гравировке надо учитывать то, что, кстати, горячий конкретно, ну, градусов так вот сейчас, ну, порядка 60. Держать его невозможно. Первый камень отгравировался у нас отлично. Глубина гравировки ориентировочно где-то миллиметр с хвост, ну, там 1,2 миллиметра примерно. Я точно заметить могу, мне штанги для не заходит. Вот. Нутрометра, или как называется на правильном, его, к сожалению, нету. Вот такой вот результат. Видно, что ближе к низу там, в принципе, более закругленные получились углы. Ну и есть огромный плюс, что у нас гравировалось теперь дело в фокусе, и здесь не пошло остекление самой глины. То есть глина просто выгравировывалась. Макет, повторюсь, 25 мм диаметром. Второй макетик, он гравировался, конечно, гораздо дольше. Здесь, во-первых, площадь выборки больше, и сам по себе макет был больше по размеру 30 мм. И вот здесь по краям видно, что пошло остекление материала, то есть материал начал превращаться в такое шлаковое образование, которое хреново выгравировывается. Но сам макетик очень выглядит интересно. То же самое, глубина примерно 1,2 мм в камне. Смотрится, конечно, очень круто, на камеру ты не передашь, потому что глазами все-таки контраст, он такой более интересный. Не знаю, вот сейчас. Как бы это все продемонстрировать бы вам насыщенно. Вот. Ну и, соответственно, тот макет, который мне нравится больше всего, более-менее остыл сейчас. Вот такое вот дерево. Структура здесь, конечно, видна лучше гравировки. Выглядит очень круто, очень красиво.
И сама по себе композиция вот этого вот внешнего контура плюс вот эти вот пустые пространства здесь, оно, ну, сочетается, скажем так. Камушек был отшлифован и отполирован. И выглядит тоже замечательно. То есть, есть еще один вариант обработки камней, вскрытия их специальным лаком для камней. Но потом он может шелушиться и гравируется немножко по-другому. Вот. Вскрывать после лаком не рекомендую. Выглядит отвратительно. Что, ребят, как всегда, не забываем подписываться на канал, ставить от вас лайк. Буду крыть хренами, не обижайтесь. Настроение иногда бывает хреновое. Спасибо большое за просмотр данного видеоролика. По вопросам приобретения данного оборудования, оборудование, кстати, здесь был использовался GPT-50 LP с линзой F163. Вот. И мощность для гравировки камня мы использовали всего лишь 40% от станка. При том, что камень, в принципе, нагревался неплохо. Если, в принципе, делать на 5 проходов, процесс будет гораздо быстрее, экономически это будет выгоднее, ну, внешний вид тоже будет не настолько красивый, не настолько сочный. Все, ребят, всем хорошего настроения, всем пока-пока.